Едет, парни, едет, едет. Я должен попасть! Давай! Я попал, ну ёпта. Да! Попал! Попал, ребята, жесть! Просто лайк за такой выстрел! Я реально просчитывал. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Кофе, Варпач и Овар, и сегодня у нас GTA 5 онлайн! Хотаешь, всем здорово, чуваки! Всем привет, ребята! В общем-то, ребят, сегодня у нас очень прикольный режим. Значит, одной команде нужно подняться наверх на огромной спирали, а другая команда должна помешать этому, она должна взорвать нас. Вот. Так, ну и посмотрим, что из этого выйдет. Да, мы уже едем, пацаны, поэтому давайте ловите нас там. Ух, я вижу, как много летит уже ракет. Так, ну а нужно аккуратненько. Так, Дима, ты чё там, как ты умер-то? Ой-ой-ой-ой-ой, парни! В самом начале раунда я упал. Так, я пока еду. Минус один. Так, слушай, я уже половину спирали проехал. Давай. Еще едут. Ух, это было очень близко! Опа, вы чё там так близко? Вон едет синенький. Парни, все, меня стерли с лица земли. Ё-моё. Так, ребята, начало раунда у нас, короче, чё? У нас снова РПГ, мы снова будем сейчас сражаться. Я надеюсь, что я сейчас быстро не буду умирать, как обычно Дима это делает. А, да-да-да. Главное не упасть. Самое главное, реально, не упасть. Здесь упасть вообще практически, ну, не знаю, нет. Так-то легко очень упасть. Очень легко упасть, очень реально легко упасть. Согласен. Так, первая моя ракета полетела и... Я ж ведь вроде... Меня взорвали. Как так? Догда метким выстрелом поразил мою машину. Вообще жесть. Слушай, они сейчас профессионалы, так что... Вообще. Они уже все приручились к этой стрельбе, поэтому я не знаю... Я, кстати, сейчас чуть ли не попал, чувака. Я сверху стреляю и пытаюсь попасть. Я нашел машину, я еду. Вау, очень близко. Кирилл, очень близко. Попал, прикинь, Болотова убил, пацаны, сверху. Красавчик. Вообще, красавчик. Просчитал. Красавчик. Ну ладно, это на самом деле, ребята, дикий рандом, это я ничего не просчитывал. Так, ну я пока подбирал РПГ. Упали по мне! Почти перед я вам говорю, уже... теперь все уже как бы... Капец. Все научились стрелять, да, и уже практически нереально доехать до конца самого. Понятно. Ой, а кто-то вылетел в конце. Там, кстати, много людей просто вниз попадало, никто практически не доехал. А вообще никого нет, кто доехал до конца, кстати. Да, никого нету. Ну, а вон еще так, машинки некоторые вон, едет. По рампе, вот, едет там. Едет по рампе, да, значит, где-то... Да, и один заезжает только. Ага, вот, вижу. Так, ракета полетела, но сейчас я точно промах. Да. Так, но я вот знаю, вот где-то здесь страшно. Нужно его поймать, вот где-то здесь нужно его ловить. Один заехал. Так. Ракета полетела. И давай. Да! Меткое сражение! Просто, ребята, просчитал про траекторию! Да! Попало? Вообще, ой, уже двоих снес в этом раунде. Раунд номер 6! Спиралити! Ну, это как бы шестой раунд, но на самом деле, ребята, это раунд второй, раунд третий. Я не знаю, как он будет по счету. Да. Вот, но это, в принципе, не важно. Все, мы садимся в наши тачки и готовы ехать к вам. Ну, сейчас мы, естественно, поднимемся. Ну, конечно, нужно попробовать хотя бы доехать до конца. А то в прошлый раз у меня не особо как-то получилось добраться. Вот. Надо вас уже убивать. То есть я прицелился. Ой, Кирилл, мы на одной платформе. Я вот не знаю, слушайте, нужно, мне кажется, ехать вообще в самом конце, в принципе, это. Ох, ё-моё, сколько ракет летит! Понесла. Так, вот можно прям. Едем. Минус один. Пацаны, по мне. Минус один уже сделал. Так, давай. Я еще держусь. Так, еще минус один сделал. Блин, я еще держусь, пацаны. Надеюсь, что я еще продержусь. Как вот еще минус один сделал. Ох, по мне открывает огонь. Ох, метка! То же самый чувак убил, что? Офигеть. Какой же он Робин Гуд, а? Самое время доехать до конца и расстрелять просто всех, кто сейчас находится с РПГ на платформе. Вы же сами понимаете, что мы не дадим вам этого сделать. Так, отлично. Не знаю. Просто разобрали все РПГ, и из чего я собираюсь, ну, буду стрелять. О, Дима, я слева тебя. Да, вижу. Я погнал даже. Да, нифига себе. Так, слушай, вот сейчас полетят взрывы, надо их обходить, смотри. Уже летят, парни, это вам. Это вам подарок сверху. Спасибо. Я сразу двоих, Кирюх! У меня машина затормозила, что произошло? Кирюха, просто попался! Я сразу двоих убил, понимаешь? Вы даже не успели заехать. Офигенно! Вот это, ребята, великий рандом. Красавчик, давай, гони вверх. Так, самое главное доехать теперь. Ой. А, стоп, боюсь. Он упал, что ли, или чё? Где они там вообще едут все-то, а? Мне кажется, что кто-то упал вниз, да? Не-не-не, меня взорвали. Так, ракета полетела и... Нет, промах.
ага. Вот тут отловим. Вот тут ловим. Мимо. Вот тут отловим. Давай! Да! Еще одного пацана! Минус три! Красавчик! Еще едет, Олег, еще едет. Блин, вот так. Дальше чуть-чуть. Так, есть еще. Сейчас попадешь. Красавчик. Так, это не я стрелял. Да. Но все равно. О, вот есть еще один клиент. Так, готовься. 3, 2, 1. Выстрел! Олег еще там же едет. Промахнулся. Ты чел, тихо, ты куда? Ты куда? Я упал. А я попал. Ты на какой, Олег? Самый... Ой-ой-ой. Минус 4, гайс, это вообще здорово. Так, а кто еще остался-то? Подожди. А, он заехал, что ли, до конца сама добрался? Да, он стреляет. О, ну парни, походу, это Габелла. Оу, е! Гоу, гоу! Очередная попытка добраться до самого конца. Я реально не понимаю, как нужно делать это. Кем нужно быть, чтобы доехать до самого конца и убить всех? Самое главное просто не попадаться на РПГ. Я теперь пониже. Я могу попасть, прям еще когда вы едете. Так, ну я тоже пониже, но повыше тебя. Так, ну я пока еду позади всех, чтобы как бы они на себя брали основной удар, а я проехал. Не попал, ох, не попал. Так, и так, кого-то уже взорвали, чуваки, давайте там поаккуратнее-то, а? Есть! Я ж попал! Так, ждем, ждем. Да ждём. Кто меня? Вот, Кирюха! Ой, нифига там просто! Кирюха! Это просто. Ну ты вообще даешь, а! В общем, ребята, мы объединились. Теперь мы все снова в команде. Я, Кирилл и Дима. И может быть теперь тогда мы сможем добраться до самого конца. Это возможно, будет сложно. Братан, возможно. Так, давайте пропустим всех, что пока они поедут, мы будем тащиться в самом конце. Я не знаю, правда, получится, не получится так. Там кто-то уже вообще вправо уехал. Нет, это я чисто просто покататься. Я вот третий еду по счету. Третий? Я вижу, куда летят гранаты. Не, я в конце, я в конце. Я желаю. Я третий. Вау, желтенького уже вынес. Вау, я вылетел, капец. Так. Оп. Все, я заехал. Я заехал. Надо иногда тормозить, потому что именно так мы будем... Они, видишь, они про скорости просчитывают, а я типа торможу иногда, короче, и все. Ну да, 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 можно так тоже делать. Блин, мне страшно так-то, ё-моё. Так, ну я вроде бы больше половины уже проехал, вроде бы иду на рекорд. Офигеть! Хорош. Так, тут прям вообще... Близко, близко, близко. Так, я еду, еду, еду. Чуваки, так, чуваки. Я пока тоже еду, ребята. Ой, о, чей-то труп. Вау. Очень близко, да очень ладно? Близко было. О, взорвал! Я проехал! Я тоже проехал! Парни, я доехал до самого конца! Димон! Братан! Это кого осталось взорвали? Все! Я доехал до самого конца! Неужели? Я же говорю, что нам нужно было сразу объединиться и все! Да. Дима, ты чуть не убил. Парни, я ворвался к вам. Дима, ты понимаешь, ты чуть не убил меня? Так, а где они все? Не-не-не, я видел. Я видел, куда. Так, вот, вижу одну платформу. Так, вижу первого клиента. Минус. Минус. Так. Минус второй. Так, где еще они? Где-то выше должна быть платформа еще, по-моему. Да, повыше. Так, это чьи тут ножки верху, такие? В самом верху, Олег, в самом верху, прямо перед твоими глазами. А, вон он. Так. Опа, минус один. И второй просто... Хорош! Так, это мы со всеми? Нет, у них есть еще, смотри, один там, по-моему. А, нет, все, а, ребята! Нет, все, изи. Со всеми разобрались, наконец-таки! Наконец-таки мы это сделали. Так, друзья, мы продолжаем. Очередной раз у нас в руках РПГ. Теперь уже у всех. А, да, мы уже у всех, точно. Я не привык к этому. Я привык, что все время против вас-то нужно сражаться здесь. Так, а на какой платформе я нахожусь-то? Вот, мы на одной платформе. Олег не с нами только. Да, только Олег жалко. Блин, ну парни, снова я без вас. Ну как же так? Так, стреляем наперед. И интересно, задену ли я кого-нибудь? Есть, я уже одного вынес. Я никого не поймал. Там еще едут парни, давайте их поймаем. Дима, ты упал? Овер в своем репертуаре, он убил себя. Ну понятно, Диме просто по кайфу, он ловит от этого кайф. Уже минус два, ребят, сделал. Как я, мне очень нравится, мне очень это нравится. Я же ведь должен был попадать. Слушай, а что, машины там пролетели? Они вообще сразу всех практически ликвидировали здесь, офигеть. Вот, нет, еще не прошли. Едет, парни, едет. Я должен попасть! Давай! Я попал, ну ёпта. Да! Попал, ребята, жесть! Просто лайк за такой выстрел! Красавчик. Я реально просчитывал сейчас все, я думаю, когда, и попал! Прям четкая метка попадания. Красава. Я и попал, вот сейчас я не успел. Мы просто, ребята, реально тащеры, понимаете? Final round, ребята. Да, у нас чисто финалочка. Мы наконец-таки подошли к ней. Это последний раунд на сегодня. И все-таки, мне кажется, ну я не знаю, проедем ли мы сейчас до конца. Но самое главное, что у нас хоть раз получилось это сделать. Спустя столько попыток, мы наконец-таки это сделали. О, да, согласен. Я сейчас пропущу вас.
Вот так мы не проехали в одну дырочку. Я проехал, потому что я пропустил вот всех и в конце поехал. О, Димон, смотри, я прям справа, слева тебя. Все, едем. Да, я вижу, цветовая как бы гамма наших машин не отличается. Так, давай. Ого. Все пытаются просчитать сразу наперед попадания свои. Ой. Тихо, ребята, тихо, не толкайтесь. Не толкайтесь. Куда чел поехал? А че он на правую сторону-то поехал? Чел вылетел, я видел. Это было близко. Это было сейчас очень близко, ладно. Нет! Я чуть сам сейчас не вылетел. Меня поймали. Все. В общем, ребятки, на этом сегодняшняя наша серия по GTA 5 онлайн подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Мы специально искали такой прикольный режим для вас. Вот, и надеюсь, вы это оцените. Ну а на этом все. С вами были, как всегда, Кофе, Овер и Варбач. Не забывайте делиться этим роликом со своими друзьями, ставить лайки и, конечно же, подписываться на все наши каналы. Ну а на этом все. Всем пока-пока. Всем пока, друзья. Всем пока, ребят.